и я всех перевешивала и победила, и все такое, но, естественно, я ничего не включаю. Естественно. Так. Shining Secrets через 5 часов обновляется. Если ты не успела взять супер полезный перк Detective's Hunch, то Нет. как бы... Thank you so much. Я переживу. Так, сейчас. Бандиком. Я тут вчера где-то чего-то такое интересное находила. Куда она делась? Нет, не то. Тоже не то. Заставить человека перестать работать каждый день. Дать ему деньги, чтобы он не видел в этом необходимости. А, блин, я же не там смотрю. Вот я Василиса. Что поменялось? Ничего не поменялось. Диалог поменялся. Сильно? Ну, ниже стал. Ух ты ж, ком. А вот так вот если? Ну, блин, это какая-то рыбка или что такое вообще? И финалочка. Я думаю, вот так вот нужно катать Заманов. Все, минус один. Это никак не характеризуется, что ли? Или все настолько плохо? Ну, это что-то... Это, короче, это звучит как, знаешь, маньяк, который, типа, звонит по скайпу и меняет голос себе. Вот как-то плохо. Типа, это не звучит устрашающе, это звучит так, как будто у меня сейчас 1 000 000 баксов попросит. Ну, как-то... Ну, подвози денежку. Понял, куда? Это же классика, у нас вот постоянно этих гоняют каких-то аферистов, которые звонят бабушкам и говорят о том, что бабуля, я твой внучок, там я попал в аварию, я там, не знаю, меня милиция задержала или еще что-то подобного толка. Пожалуйста, скинь денег, мне нужно отмазаться или там. Я сбил человека, мне срочно нужно Да, отдать не деньги. знаю, мы грабителям даже про такое звонили 1 раз. Но злоумышленники не знали, что я вообще в другой стране и как бы... Ну вот мне тоже так с моим братом. Звонят дедушке, дедушка, я тут так попал, все. Или так, где ж ты, зайчик? Это как же, ну в Северодонецке, а он вообще как бы вообще ни разу нет. Итого, какой из них самый хороший? Ну вот этот, наверное, который сейчас. А как же Бондарчук? Ну, единственное, если кидать Бондарчук такой, то, в принципе, да, так чутки вообще. Окей, ладно, я просто потом послушаю, какого она. Ну, собственно, ладно, поигрались, хватит. Приводим в порядок. Я просто хочу потом посмотреть, мне же поэтому интересно, я же себя не слышу. Я же разговариваю как есть, это же он потом преобразует уже тебе. Ну, я понимаю, да, я догадываюсь, как это работает. А я Сегодня так... же день особо полетный модулятор стоит прямо на ртуш, чтобы Да легко. Выманивать деньги вообще. Про. Каждый день звонят. Я когда-то занималась подобным. Это была часть моей работы. Долги сбивать. Работа с задолженностью, конечно. Все, кто в то время в этом работали, судя почти все. Нет, ну, это нормально.
очень хорошо. Даже очень хорошо. Короче, знакомый хотел, ну, этот вот тот чувак, который я спрашивал, как заставить человека перестать постоянно работать. В общем, он стоматолог, и он какое-то время довольно длительно работал вообще без выходных. Он работал типа в двух разных местах на полный этот. Вот. И ну я по нему, в общем, пронаблюдал, как он понимал. Ну, короче, плохо становится. Вот, ну, потому что кому когда было хорошо от того, что ты 7 дней в неделю работаешь. Короче, уволился с этих работ и хотел отдохнуть. Но в итоге он проработал 3 дня по 12 часов, потому что хирург соседней смены ушел в запой, где-то в пьяной драке сломал руку, и теперь непонятно, когда выйдет на работу. Ну, короче, пацану не судьба. Но вообще, по-хорошему, ему нужно, ну, как-то поработать с собой, потому что, ну, видно, что что-то у него не так идет, ну, так, на, если верить, там, на кармических, да, каких-то кругах, что-то он где-то кособочит. Хотя, с другой стороны, мне тоже постоянно везет, я куда ни приду, постоянно какой-то завал по работе, там, либо сотрудники уходят, там, либо в декрет идут, либо увольняются, либо война начинается, либо еще чего-то. Главное, чтобы не Фредос. Вот я так думаю себе. А ну-ка, лесная пушка, покеш. Нет. И опять я самая любимая жена. Порча. Да кто ж тут? Ты чё? Сейчас мы узнаем. О, это клоун. Сакаме. Ну, выгребай теперь. А я пошёл в другую сторону. Кстати, он где-то отсюда. А, и ты сюда бежишь, да? Ты же мой хороший. Я сюда бегу. Вот бегаю. Нет, я вижу, где ты бегаешь. Что ты? Зачем ты ему светишь, господи? Вот, с какой целью? Ты его можешь засветить только в одном случае. Ну, кстати, ага, у меня написала экзоста Дэдхан, он дал мне хит, и у меня снялся, типа, экзост, ну, то есть, инга где-то под 150. Освечу ему, потому что я хочу дополнительных очков, я хочу его дезориентировать и вывести из себя. Вот почему. Ну, ты его только бесишь, и все. Как ты его будешь дезориентировать? Ничего он не хуже играет. Уходи. Адвайт в это время, короче, сидит на картах после генератора, не делает пушинбера. Вот он просто пойдет на карта. Тю, до палета не добежал. Как он вообще так подошел ко мне? Оперативно. Он там девочку угоняет, которую я сделала. А нет, все-таки он в вашу сторону пошел. Хотя нет, не видно. Да, он девочку угоняет слева. Слушай, мне кажется, или прямо относительно меня тотем. Блин, и девочка коза сюда бежит. Посмотри, вон прямо. По прямой. Да? Да. Порча? Нет. Обычно он за мной погнался, логично. Ну, ты дебил или да? Не горящий был? Нет. Глюканул, так глюканул, ну ладно. Петель. Петель, беда.
Что, ты просто валяешься? Иди, он сейчас сундук уже. Так а что он делает-то? Ну, он банк кидает в тебя, он тебя спалил. Чё, блин? Ну вот, кстати, можешь меня наблюдать, я, в принципе, более-менее уже. Всё, а чё ж ты на него побежал-то? А эти тут толпой сидят. Ой, блин, пошел нафиг отсюда, чувак. Ты пошел в жопу. Он тут тукает в эту сторону, а он мне перекрывает дорогу, чтоб я типа этот. Ну, либо если три человека разбились на две группы, то за одной из них точно не идет киллер. Поэтому я думаю, что кто-то должен меня спасти. Сейчас, погоди, погоди. Мы-то поломатые. Ну, вообще, я думаю, что смысла в этом нет. Никто ни черта не чинит, видишь. Нормально, чувак. Заставил меня его выхилить. Ну, правильно, за тобой надо бежать. У тебя заканчивается уже этот заряд бодрости. Иди. Есть шанс того, что у него барбекюха. Да. Слышишь? Да как ты опять словил-то? Я не пролезла в проход. Я думала, ты в другую сторону пойдешь. Блин, где ты? Ничего не понимаю. Ты ушел от него? Он за тобой гоняется? Нет, да? Нет? Да, он за мной гоняется. Где ты? Ага. Отходи в другую сторону, налево. Налево, налево. Забрала вроде. Типа я его крикнул бай там и Бенс with me подразвел меня. Чините, сударь, чините. Назад к ребятам. А сейчас снимут. Я думаю. Да, возвращайся, делай. Там точно есть кому подушь, если что, я просто не успею. Да, все хорошо. Блин, а кто там орёт? А чё, это не я. Вот это или? Да, ну не ты, это я типа поняла. Если... Это не я был. Эть? Прячься в ящик. Сейчас будет сейчас её поднимать? Или если ты рядом, то... То не прячься. Молодцы. Ты не умеешь светить, deal with it, так сказать. Хочешь научиться светить, go в приватку. Хочешь научиться светить, свети. Ну я ж... Как-то что-то научиться делать, это дело. Ну правильно, я ж тебе говорю, давай тренироваться в приватке. Боже мой, это тренироваться в приватке, это хуже анонизма. Зачем? Не знаю. Идёшь, короче, берёшь фонарь и играешь.
Вайпайся, пожалуйста. Говорю, вайпайся, пожалуйста. Я вижу. Про. Там же как бы вопрос не в том, чтобы правой клавишей не довести и попасть этот, а вопрос в том, как он стоит. Он стал чуть-чуть бочком, как бы уже не на самом деле, вот, как бы это просто. Если бы я еще не был рукожопом, я бы, наверное, успел нажать GitHard, он бы меня даже не хитанул, но как бы... Ряд Вайт козлина, он по этим в углу тусуется. Ряд Вайт просто, короче, он на компах всю игру ходит, ему норм вообще. У него тоже фонарь, который он ни разу еще не нажал. Но как-то заполненный Вайт с фонарем. Мерз. Я сейчас помню. Хрена ты там сидишь, гусёк. Где шаван наносится? Главного рода не поймай. Кого? Ну, типа, ты ж когда пока вон сидишь или на одном месте совсем близко, то у тебя ворона начинает от головы летать. Ну да. Вот. Ну пусть он и ловит. Думаю, что этот просто проверяет деньги туда-сюда, которые остались в той стороне карты. У меня уже еще сколько там? 5 штук. Идем чисто по углу. Пойму, где? Блин, спалилась. А Двайт успешно досидит и уйдет. Да, потому да. Потому что он хороший игрок в Dead by Daylight, а мы все нет. Да, это факт. Да, он просто просидел всю игру на компах, но он при этом хороший. Ну, факт. Задача-то была выжить, а не геники чинить. Просто это было бы нескончаемо. Блин, давай, сейчас нужно досмотреть игру, я надеюсь, что он поймает этого Двайта, короче. А я думаю... Он его нашел. Так у него же барбекюха, конечно, он нашел. Как-то он быстро бегает. А не, нормально. Ну да. Так он еще ТВ, ну типа этот стримит походу. Блин, чуть-чуть до капельки не хватило. Не сломленного беглеца. Деление, да? Откроем там 300 часов.
Или 3000 часов. А, информация отсутствует. Все. Все неизвестно. У меня 300 часов это. Ну, типа, они почти все на маньяке стоят. Как ты там говоришь, надо тренироваться. Да, надо отправить шаг. За эти где-то, наверное, часов 40 я играл на сервайверах, это я не справлюсь. Угу, все, у меня закончились тулбоксы. Назад. Теперь тут главная задача — мышку не перепутать. У меня рядышком еще одна. А то я любительница. Да. Сейчас поиграю всеми. Чтоб уж точно. Или поиграю и одной, и другой, говорю, чтоб уж точно. Все, забирайте нас играться. А то сейчас опять включу голос маньяка. Бил какой-то мне медленный, кажется. Не знаю почему. Пожилой. Так бывает. Вон возьми какую-нибудь другую девочку, где быстро. А часиков нет. Часики есть, и они тикают. Да. В смысле, не хочу играть за Билла, все хотят. Да. Бля, я подскочил сразу пинг до 200. Ну это, видимо, прогружался. Удача выживших, жертвоприношение. О, нас будут убивать. А где ты находишь эти супергруппы? У вас это модно там? Какие супергруппы? Ну вот ты мне уже сколько присылал. Просто они похожи по звучанию. Ну, отчасти. Ну, давай так, короче, Цвинтер — это Саша Кладбище, а Саша Кладбище — это, типа, не то чтобы локальный мем в нашем комьюнити, но у нас супер много знакомых, и мы на концерты ходили и так далее. В общем, просто потому что, типа, она раньше очень много тусила в реконструктор с этой тусовки, в которой тусил я. А, все, понятно. Поэтому. Звезды сошлись, я поняла. А вот Перятин, я не помню, почему, как я его нашел. А, ну, конечно, песня про Арту, а потом у нас еще, короче, девушка одного из типов нашей компании стала бэк-вокалисткой в этой группе. Угу, понятно. Вот, причем получилось так, что, типа, я скинул этому чуваку эту группу, он видел, что они ищут бэк-вокалистки, скинул это своей знакомой, и она туда попала. Ну, собственно. Вольным путем причастен. Кто ищет, тот находит. В общем и целом-то. Понятно, я думаю, мало ли, может, ты просто, ну, как бы, типа, модно. Мало ли, до нас не доходит просто такое. Ну, и плюс, как бы, я же говорю, у нас привозят что-то там на день города такого толка. Все такие придут, посмотрят, что за дичь по домам. Все.
Как бы тут публика неискушенная подобным. У нас вон симфонический концерт. Не знаю. Ну, просто нравится тебе, да, я поняла. Я поняла. А ну, жадные собаки, это же Рыбецкий поэт наш, который... Ну, он не поэт, и писать это и книгу, я его читал. Надо и вторую читаю сейчас. В чем смысл? К сожалению. Почему? Ну, сравнить Ляписа и Брутто. Ну, не скажи. Вот. Да ну как не скажи? Да, не знаю, мне на такой фейспалм. Ну, я прошу прощения, если тебе нравится, как бы, ну, окей. Ну... Может, ты его по первому альбому делаешь? Да, я просто, это, ну, банда квадратных мальчиков, которые да. Поют... нет, стоп, подожди. Контент оценивается концептом. То, что человек туда вкладывает. Они написали, ну пусть по первому альбому, дальше я не углубляюсь, потому что невозможно. Вот. Какие-то кричалочки для пацаняриков. Не знаю, я же говорю, по начальным... Потому что я услышала, потому что сюда привозили, потому что слушали мои друзья-товарищи, ну, такое скепсис. Понимаешь, в чем дело? Ты же не будешь слушать дискографию людей, которые уже априори показали себя как унылая какаська. Потому что это твое время. Ну, ну, соответственно. Ну вот, вот и все, как бы. Это объясняет, почему я не слушаю дальше. Ну, As For Me все же, как бы, относительно. Ну, в принципе, я же не, ну, не навязываю свое мнение по тому или иному поводу. Я понимаю, просто, типа, я пытаюсь снить, что, короче, ну, плохая эта идея по одному альбому делать. Ну, это вопрос затраты времени. Ну, не будет у тебя возможности переслушать все. Ну, это вопрос твоего времени. Если ты уже раз как бы послушал, тебе не пошло, то второй раз ты, ну, дальше ты слушать не будешь, просто потому что времени жалко. Ну, типа, зачем, если ты уже предполагаешь, что будет не особо? Не знаю, у меня просто никогда не было проблем с временем на музыку, наверное. Ну, можно же послушать то, что нравится, и получить удовольствие, чем выискивать из уже не понравившегося что-то. А если его там не будет, то ты все равно потратишь время. Вот же в чем дело. Я же говорю, там, ну вот, насколько он относительно был неплох. Вот мы с удовольствием сходили на Ляпис 98. Мы были как раз в Одессе, там, этот, стихи со старыми песнями, которые, оказалось, я знаю все наизусть, хотя я как бы не слушаю прицельно. Ну, то Брутто по сравнению с этим было, ну, такое, то... как это? Ну, как бы нравится, понятно, Михалок — это отдельная персона, которая противопоставляет себя, там, определенным режимом, там, все такое, все знают историю, все понятно. Ну, то, что он производит контент для
Ребят определенного круга, ну тоже понятно. Ну все. Как бы я к такому кругу не отношусь, вот мне не интересно. Это же логично. Ну просто оно не откликается, не отзывается. Это нормально. Ты сейчас не видишь, но я сижу и нижнюю губу так загнул, типа. Смотря куда. В какую сторону, ну, ты? Куда физиология позволяет. В смысле, в обратную. Типа, ну, в смысле, well, yes, but actually no. А, что-то там 235. Слушай, он как-то странно скачет. Ну ладно. Я все равно не успели отменить. Я прослушала, как называется твоя эмоция? Ну, это же так и есть, ну, любая песня, там, и каждый в любом произведении найдет свое. Может, там будет сочетание двух слов, которое прям полностью покажет, там, не знаю, период человека там какой-то, допустим. Ну вот, то же самое. Ну вот как бы такое, ну, понимаешь, меня, все. Пожар в свое время как бы и нежелательно. Потом они второй альбом выпустили, третий, и там стихи и все такое. И выровнялись. Да, ну все равно, я же говорю, ну вот я увидела в них их идею поднимания масс каких-то. Ну, ребят, которые вот, ну, типа такие, которые там, грубо говоря, на Майдан выходили, да? Которые резвые, активные, там, и все такое, и они достаточно агрессивно это взаимодействует. Дальше на них, ну, просто это дальше стало, ну, типа, он как в записи закончил этими двумя альбомами, это так дальше и пошло, в принципе. Ну, я не знаю, просто мне лично в его творчестве больше всего вот этот именно элемент нравится, такой, типа, резкий, так куда ты меня злой. Прижимаешь? Вот это. Ну, а я вижу в этом, как бы, о, это доктор. Все по педалям, пока не дали. Все, нам попыть. Первый, да? Конечно, я опять первый. Ну, потом нафига ты белую футболку одел? Ну, у нас там трое стояло. Ну, ты же сдаешься, ты же белая футболка. Ну, а априори тебя идентифицируют как у мансера, который будет сейчас. А куда он пошел? Я не знаю, куда он пошел. Меня сейчас, наверное, поднимать будет. Он пытается проверить, если тут кто-то, кто посветит фонариком, то пусть и я помню. Ну, главное, это... Да блин! Там два типа в упор, прямо чинят деньги. Убегай туда, куда-то. Знаю. Ух ты, вот это, ну блин, я пролагал, нельзя против доктора пролагивать. Ух ты, по крюку попал, да ладно. Блин, не. Я перепрыгнула уже, ну какого? Нету никого, чтобы в этот... Ну, я в подвал пошла. Ну ладно, 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 ладно. Не знаю, я не дочинила до того момента. Ля, еще и ударил!
Не ходи спасать, пусть другие спасают. Или тебя уже нашли? Снимают. Ну он же в курсе, он может эти мои, ну, его двойники появляются. Какие двойники? Чё он там в курсе? Ну, вот эти вот его иллюзии, я не знаю, как это правильно называется. Ну? Клоны. Ну и что, это а чё он в курсе? Типа ты имеешь... Он же их видит. Ага, это да. Ну, типа, где ты пробежал, понятно, да, я понял. Ну, или где я сижу, блядь, доктор, это просто вот киллер, который рубит вообще в этой игре возможность на корню играть в стелс какой-то. Потому что, типа, какой тип без стелс, если... Или опять в этот. Да. Ты слышишь? Я только слышу, я еще и вижу. Сейчас еще третий левел мета со спами, потому что он копится с невероятной скоростью. Пойдем в дальнюю часть карты заводить, что ли? Я сейчас типа соединить пойду, походу. А он там левел мета бился. Да, он пошел вообще в другую часть. Вправо. Ну хоть этого руина нету. Блин, опять они тут. Нам это не поможет, я думаю. Это да. Ну зачем ты его сюда ведёшь, Майк? Ну что ты? Сюда ты куда? Ты хочешь, чтобы я тебя похилил? Не хочешь. Хочешь. Получу третий левел Мэддеса, я не смогу вообще ничего делать. Жесть. Я вообще не могу с этих звуков. Блин. Ух тышка. Кого-то тут немножечко нашли. Я немножко отсижусь в ящике, понижу левел безумия у себя в голове. Хотя бы этот чедер. Пожалуйста, не надо его свести. Куда он заломал? Решил, что если ты увидел 85% генератор, то лучше всего чувака убить именно в этой апокалипсисе. Потому что тут же рядом мой друг заводит дельник, типа. Ну нормально. Господи, дай бог тебе здоровья, добрый человек. Я зря на тебя. А, он понятно. Ясненько, ладненько. Опять. Fucking hell, mate. Ладно, ни хрена он меня не потерял. Оп. Привет, Майк. Как твои дела? Так. Чики-брики. Надеюсь, не удалось его хоть как-то развести. Да, нет. Да, ты убегай в другую часть карты. Он тут носится возле меня. То есть слева. То, что у меня те звуки, которые я слышу, это именно следствие третьего левела безумия, да? Да, наверное. Да.
Вот примерно такие звуки начинаются, когда Майкл подходит, если ты против Майкла играешь. Обрати внимание, если у него шепоты. Я же тебе говорю, я помню, что я за тобой стояла, ну, точнее, за тобой следила, а ты открывал. Я исключительно по звуку поняла. Просто нужно учить игру на уровне разраб. Ну, продумывать, что они могли туда поставить в игрушку. Тут же шпаргалок полно. Например? Ну, вот в таких вот моментах. Ну, если ты думаешь, как разработчик игровой, грубо говоря, из чего состоит игра, из каких компонентов распределяешь ее, вот тебе и получается. Мне кажется, что ты слишком хорошо думаешь о разработчиках этой игры. Но в любом случае, это базовые компоненты. Но все равно из этого состоит игра, какая разница? Это базовый компонент. Базовый компонент — это наличие голосов, когда ты снимаешься в игре. Ну да, ну ты как ты прописывается игра? Так и прописывается. Ну вот, это объектно-ориентированное программирование и ла-ла-ла. Оттуда же все ноги. Ну смотри. Я имею в виду, что вот у тебя двигается объект. Правильно? Мы его прописываем. Ой, ну что ж ты побежал его снимать-то, господи, или что ты там делаешь? Ты пошел снимать? Или ты пошел отводить, или что-то чем ты занимаешься? Я ударил меня и убежал. А, блин. Я понял. Понятно. Угу. Ищи люк, чешу. Я поняла. Но он же уже есть. Да. Если что, я тут чиню. Иди ты за мной в одну сторону. Ну что ж такое-то? Вы же такие беретесь. Ну вот классно, блин, Мэгги, нахрена ж ты так сделала? Коза волосатая. Ну ты ж видишь, я сижу себе, чиню тихонечко, никого не трогаю, нет. Давай приведем сюда. Чиню на самом очевидном месте. Ага, давай тебя будем лечить, конечно, умная. Чем ты там занимаешься? Пытаюсь от него скрыться. Уже не получилось. Да есть эта палетка, не иллюзорная. Тут нет иллюзорных палеток. Откуда тут иллюзорные палетки? Ну, от доктора. А. О, люк. От лачуги направо, люк, если что. Направо она же стоит. А, так, стоп, сейчас. Слышь, доктор, сюда иди. Так, доктор, я иду, по-моему, порядок нет, на самом деле. Вот. Относительно того, куда ты шел. Налево, получается. Чем, блин, пойдем? А, я понял, что он добивается. Просто меня на третьем левеле держит, ладно. Блин, где эта магия придурочная? Может, я палетку бросил случайно? Может, у него наед?
чует моя пипа, сейчас я буду висеть опять. Опять я пошла висеть, да ёлки-палки. А я вообще не поняла, что он делает. Он меня бросил. Ты поближе похитились пока. Я лучше отползу. Типа он просто боится, чтобы мы ничего не сделали. Ты лишь тут хилься, а мы сейчас будем бегать тут вокруг под музыку из Бенни Хилла. И когда у тебя будет этот, я подбегу тебя под ним. Сколько у тебя? 20. Давай, друг. Да не иди на него, зачем, боже мой. В подвал иду. Посматривать, чтобы никто не пришел. Открывайте ворота. Что делать? Да блин. Уходите в ворота, пожалуйста. Не возвращайтесь. Ты ушел в ворота? Да я на люке лежу. Уходите. Пожалуйста. Ой, бля. Никогда не поднимаю возле киллера. Никогда. Ну, лежачего не поднимаю возле киллера. Когда ты его ведешь прямо к хитованному. Мимо пробиваешься. Ну, типа, я ж не могу встать сразу здоровую. Правильно ж? Правильно. Значит, соответственно, я являюсь приоритетной целью. Я могу попробовать, если тебя получу. Ну, я бы на месте маньяка не била тебя. Зачем мне это надо? Не знаю, я всегда бью здорового. Ну, потому что ты играешь по странным правилам, ты не пытаешься выиграть. Ну, ладно, окей, соглашусь, смотря в какой ситуации. Ну, типа, я могу всех затунули, типа, по одному их перевешать и, ну, там, за один генератор играть. Мне это неинтересно. Ну, это ж уже... Если я вижу, что чувак выпендривается, тогда, как бы, его ждет умная кара и свет. Все это было не раньше. Так. Ну, типа, на сервайвере, наверное, я тоже когда-то достигну этого дена, когда мне будет интересно играть с сильными пятками, я буду играть, ну, типа, с какими-то такими фановыми штуками, но я пока даже не начал в нем хорошо играть. Ну, я думаю, на тот момент ты уже будешь играть на каком-то более высоком ранге, а там ребята играют немножко по-другому. Просто еще много ошибок делаем в разном
контексте. Вот я не всегда оборачиваюсь, там не всегда смотрю, куда он там бежит. Ну, достаточно, да. Ну, типа, джангл-джимы всякие, типа, переходящие один в другой и так далее. Но я это все, ну, я не упарываю. Я стараюсь. Ну, ты же не хочешь играть в эти, в тренировочных, вот. Играй в полевых. Ну, да. Я всегда и во всех играх так играю. В полевых. Нет, вру, когда я был... Overwatch играл, я играл против ботов, которые убивались только хедшотами, вот, и в этом был элемент, как бы, ну, просто, типа, научиться автоматизма довести вот эту вот сводку мышкой и попадание в них, но это было давно и неправда. Мне за это Quake нравился, я играла только рельсой. Очень нравились эти захваты флага. Команда против команды, там, допустим, 2 на 2 или 1 на 1. И на распрыжечке. Очень даже было просто, вот, ну, типа, я хорошо. Считаю, вот эта вот, ну, типа, игра в лобби, она, скорее всего, дает либо очень мало, либо вообще ничего, потому что, ну, она не воспроизводит условия того, что вы пытаетесь, как бы, того, что вы пытаетесь достичь. В смысле, если я действительно пытаюсь тебя убить, ну, как бы... Какая разница? Ну, если я тебя не поддаюсь, а вот действительно, ну, других членов команды. Гоняю за тобой. Возможно. Нет, ну, допустим, выходит один на один. Киллер против сурва. И отрабатывается игра в тэшках, в коробках. Ну, вот и все. Если ты там, допустим, я не знаю, сколько там, 2-3 часа пробегаешь в тэшке, ты уже, во-первых, будешь знать, куда бежать, сколько тебе нужно времени на то, чтобы побежать, ну и все такое. Не знаю. Ну, это уже просто будет интуитивное знание. Не наобум, как сейчас, пробегу или не пробегу. Ну, вот там, допустим, те ребята, которые долго катают и вот стримы ведут, они бегут и говорят, вот тут я не добегу точно. Потому что уже там видно, что догоняет, к примеру, там или еще чего-то. Вот и все. Да опять я, ну че? Увидела меня. В подвале, да? Нет. Там нет подвала. Она видела, как я залазила. Она пошла почему-то в дом. Двухэтажный, который, ну, типа, поудалит от меня. Ага. То есть она бежит сейчас где-то здесь, да? Так, 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 так. Она... Да. Ну, не успеет. Хорошо. Надеюсь, тебя кто-то снимает. Нет.
Да, я вижу. Я же слежу. Ну да. Не так жадно, но хотя бы ты в них не попадешь. Так, один чувак сидит на картах, второй сидит на картах, один получил хит. Ага, меня кто-то бежит спасать. А, хорошо. А, кто-то сидит и тебя говорит. Так, мне никто не пошел спасать, потому что ко мне пришел видео. Господи, тут одна сумасшедшая просто вопит. Куда он, в нашу сторону пошел? Нет, да? Без понятия вообще. Я, наверное, даже перед с ней до второй фазы. Найс. Спасибо. Садись. Что? Садись, я говорю. Глянь, первый раз белые голуби. Не ворона, а белый голубь. Что белый голубь? Вот, белый голубь. Смотри. А, или это... Нет, это белая ворона. Обалдеть. Она не белая, у нее просто соцвет. В смысле, она белая? Она не белая, она черная. Там была белая ворона. Что, на всю тушу, что ли? Что? На всю тушу, что ли? Вот еще одна белая. Тут все белые. Нет, все черные. Так, а есть тут палетка? Есть. Опа-опа. Получилось. Я сдевал холк, кстати. Не знаю, зачем он ей нужен, если он не распространяется на... Не распространяется, ну ладно. Warner Brothers анонсировали Матрицу 4, боже мой, только не это. Закончится вот это желание насиловать хорошие франшизы и делать из них полное говно. Наверное, никогда, да? Угу. Так, она ушла? Да. В принципе, можно даже бежать. Да чё? Не знаю, чтобы сэкономить время. Субтитры сделал DimaTorzok.
кто играет в Суперграмму? Да? Хорошо. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, конечно. 4 генератора не заведены. Без порчи. Ну, я думаю, не очень, не знаю, типа... Ну, я просто за то, что... Да. Ну, хорошо, типа, одного хитанул, побежал хитанул второго, побежал хитанул третьего, типа... Ну, это нормально. Не надо было хиляться. Twitch TV Alex The Alex. Вот так вот. Это вам не хухры-мухры. В доме на этаже чинят. Кто-то тут сидит. А это ж ты чинишь. Сейчас еще один дадут. И Лори чинит в подвале. А, это не Буфор вот этот делает, да? Браконьюпа. Сейчас я не следила. Да. Он нашел девочку. Можешь вылазить пока. Сейчас еще один генер дадут. А или тебе уже ГГ? Девочка легла, ну блин. Лори сейчас сделает все как надо. Отстелсит. Ну, она отстелсит нормально. Я думаю, да и все. А, нет. Сейчас вторую. Загробастает и все, ко-ко. Бегание вокруг палетки. Ну вот и ошибочка. Ну, Лори молодец, она ползет в теоретически возможное место люка. Последнее время очень часто люк спавнится именно внизу. Хотя девочку сейчас потратят, и у нее адреналин. Как только... Ну, она либо в люк попадет, либо... Собственно... Ну, очень часто последнее время вот там внизу появляется люк. Вот тут вот. На самом деле шанс спавн один и тот же, просто типа на так попадается. Ван, слышишь? Это внизу, мне кажется. Да, это реально внизу. Что, здесь 100% шанс спавна? Нет, почему? Просто последнее время он. Бля, если она сейчас не успеет добежать, это будет ржака. Да. У нее фейдаут как раз наступил. Она
получается, на него добежала и не смогла прожать. Конечно, могла бы сделать 4-0. Блин, выпало. Оставленный позади. На расшар. Вот что это такое. Где в мире справедливость? Почему не часы? А куда ты задевался? Неизвестно. Ну ладно. Да. Короче, я не очень уверен в том, что происходит, но уже второй раз после того, как дед уходит спать, у меня начинает гаснуть интерфейсом. Это вряд ли это совпадение. Совпадение? Не думаю, да? Это электрика какая-то шикарная. Где-то включается
что, потому что я не рискую играть с таким монетом. Ну окей. Пойду себе. Ну, собственно, сейчас... час мы собирались играть, вот тебе час получилось. Ну да. Хотел скачать как раз и Plague Tale Innocence, потому что тебе даже на работе в чате порекомендовали. Мимо такого нельзя пройти. Понятно. Завтра у нас среда? Да. Так, завтра у нас среда. Мы завтра хотели пойти в кино. Мы собираемся таки на Тарантино. Так, а что, показывают таки? Ну да. Правильно же я понимаю, с Брэдом и каким-то престарелой. Брэд Питт и Ди Каприо. Конечно. Сто процентов. Ну, если это действительно не связано с электрикой, потому что тогда все равно. Ну, если бы у тебя электрика, ты бы, у тебя бы газ, ноут, комп, что-то, чем ты пользуешься. Ну, если в отдельной той взятой штуке, где у меня стоит модем, то не факт. Ну, а тогда считать развилку. Или проверять на потерю. Ну, примерно ты понимаешь, как работает распределение проводов по квартире? Если, допустим... Ну, типа, я понимаю, что такое пробка, ну, типа, не пробки, а вот эти вот тумблеры, когда они вылетают, я, ну, типа, на понятийном уровне, я понимаю, что вот здесь там коротнуло или пыталось коротнуть, поэтому как бы перегрузка, она вылетела. Ну, вряд ли такое может быть. Это либо что-то включается. Может, папа что-то смотрит, там, планшеты, телефоны. Ну, в принципе, ну, вот я играю, и у меня еще роутер раздает на телевизор. На антенну. То есть у них там, у соседей потоковая. Правильно. Ну, может, у тебя кто-то на Wi-Fi сидит? Поменяй пароль. Давай как раз. Вроде не так, можно же лист этих посмотреть, какая разница. Ну. Может, сейчас же будет бонус. А, подожди, я же не знаю кредов своих. Потому что без меня это меняли. А, никто не удосужился поменять стандартный пароль, понятно. Кайф. Ну вот и все. Что логично. В этом случае, возможно, ты кого-то сейчас очень миленьким образом обломаешь. Не, в смысле пароль именно, ну, как минка, 90-268. То пароль от Wi-Fi, то такое дело. Да нет, в смысле, там стоит, ну, там же это протокол уже не подается слово, а пароль там ничего не значит.
Я не верю, что его сбудут или таким образом. Не знаю, соседи могут. Соседи могут очень творчески подходить к этому делу. Ну, например. Ну, понадобилось. Вот и. Ну, как они это сделали? Ну, я же к этому подобрала пароли. Ну, пароль абсолютно рандомный, ничего не значит, и в нем куча символов, букв и так далее. Еще варианты. Ну, ладно. Не знаю. Может, есть программки? Ну, я бы знал, для этого протокола нету. Для предыдущего есть. Ну, типа, предыдущий с большим трудом, но поддается к взлому. Но это нужно быть, ну, короче, не моим соседом, а Кевином Митником, я не знаю. Ну, у меня стоит тот протокол, который еще вроде как, ну, по крайней мере, официально считается, что он, типа, ну, там, ничего с ним не сделать. Ну ладно. Как бы, опять же, не точно. Понимаешь? Так. Блин, какой у них тут прикольный интерфейс. Мне так нравится. Вместо того, что обычно присутствует модемы, здесь прям все красиво. Блин, молодцы. Из проводной сети. Куча каналов. Знаменитый IP-адрес. Понятно. Надо мной тут сорвы издеваются, ну надо же. Так, старый пароль такой. Ну, пароль вот такой. Потому что, конечно, админ имеет на этом, это гармата. Приоритизация с данных, выбор с какого устройства, насколько резать или поднимать скорость. Блин, ну хорошо. Бесит тут меня, бегает. Ну, если она черная, то она черная. Так. Да елки-палки. Ну что такое? Не получается у меня сегодня их убивать. Сети, слава богу, наконец-то нашел кто-то посмотреть. У них почему-то локалхост значится отдельным.
ты тут хилишься. Что же ты тут хилишься? Угу. Что? У меня же стрим есть одну минуту. Ля, и та слезла, пипец. Ну шо, девчули? Интересно веселимся. Так это ж еще наеда нету. Она не слезла, ее сняли. А, елки, их же четверо, япона мать. Я забыла. Я думала, что я хотя бы одного убила, я забыла. Просто забыла. Ну так неплохой хит был. Не знаю, насколько я отстаю. Я тоже не знаю, насколько ты отстаешь. Там где-то она переезжала через порядку, ты ее по хребту. Ну, девчата, наверное, тут сейчас в дверях просто все. Была кнопка поднять, какого рожна? А чё, тут там не поднимают? О, поднимают. Ну да, по идее, должна быть там... А, нет. Я думала, что они хотя бы в этом... Ну, я почему-то решила, что я хотя бы одну убила. Почему-то решила. Я тут мифически выигрываю. Как я думала. Психологическая победа называется. Оказалось, нифига. У меня 6. У меня наед выпал. Видишь, как удачно я зашла. Ну все, ребятушки. Меняем вот этот чудовищный храм на наед.
Врываемся по полной. У меня вот только последнего выжившего. Блин, ладно. Ладно. Парадокс. Начиная играть за маньяка, невозможно остановиться. Включаем бешеный голос. Он сильно мерзкий. Кто? Голос вымогателя денег. А, да нет, конечно, норм. Ну, я сама же по себе писке. Наверное, там не сильно просто помогает, да и все. Ну, ты послушай на стриме, можешь звук подключить. Но я же специально. А, нет, у меня планшет сел, я себя не вижу и не слышу. Ну, чтоб не двоилось. Нет. А то не потерплю. Пусть остальные терпят. Чем? Я же себя не слышу. Ну, постарайся тогда, короче, его. Ты когда говоришь с улыбкой, это слышно, и голос совсем портится. Постарайся, типа, не делать этого. Ну, это я так просто со стороны наблюдений. На умняке постоянно говорить, на умняке. Интересно, что будет, если я начну басить? А ну-ка еще давай. Очень сильно басить. Ну так вообще так прям. Знаешь, телефонный маньяк, который будет вот деньги, так бы я вообще типа посопротивлялся, так я бы сразу понес там сумку с долларами. Эпично. Скажут, вот вам и принцесса. Кибер-Ева. Хорошо, мне нравится. Как-то... Всё. Всё. Собираем. Устанавливаем. Ищем потенциальных жертв. Где же вы, мальчишки и девчонки? Тишина такая подозрительная. А нет. Это было лучшее решение в его жизни. Дед уже не торт. Решетки, ну ладно, пусть сюда поставим. И сюда поставим. Пусть отбегают как могут. Где-то тут имеется еще одна эст. Кто-то оставил следы. Ах, вот это. Мышка сидит, типа ее не видно, не слышно. Я не понимаю. Я просто не понимаю. How it could be. Я не понимаю. Черт, я ее не донесу. А у меня же Айрон. Это того стоило просто.
Клодетта, беги. Ай. Яй-яй-яй-яй. Вот так. Кто-то у нас тут еще очень хитрый. Он думает, что может что-то тут сделать. Куда пошел? Иди сюда. Иди сюда. Да как так-то? Сейчас будет. А нет, глянь, палету не уронили. Умный самый. Ты посмотри. Всем лежать. Умный самый. А ты чё? Бу. Боже, все палеты попродавали. Лапочки. Правильно, давай. И сама иди туда. Умничка моя. Умничка. Так, тут, по идее, кто-то должен чинить всех. И этот кто-то бил. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Палеты-то попродавали. Что теперь делать-то, а? Как жить? Давай сюда, дружок. Дадим шанс. Кто-то тут нас ойкает. Пойдем. Там ойкает. Тяжко, да? Оставляем место для других ребят. Тот помер. Иди сюда, дорогой. Идем висеть. Нелегкая эта работа. Так, а где-то тут должна наша куколка ухать и ахать, правильно? Мы же ее здесь положили. А я вот не слышу, где она. Мне кажется, где-то здесь. Но я не уверена. Уползла козела. Слушай, ну истечь кровью тоже не очень вариант. Вот ты ж моя зайка. Пойдем. Поехали. На круг. Да хоть и, хоть а. Я же её не дотащу в подвальчик, правильно? Поэтому мы потянем ее отсюда. Тебя же перка. Думаешь, прям утащила бы? Ну вот я в прошлый раз тащила и не дотащила. Боже, мы играем 40 гигов убийства, у меня свободно 45. Там делалось все на местном убийстве. Кто-то скушал. У
написать им, что альтруизм зло? Можешь написать. Будет звучать немного зло, но в принципе по делу. Так они все фиолетовые, посмотри, 16-й ранг. Что, ты всех закопала, да? Да. Красиво. Несокрушимый, сам себе доктор, адреналин, спринтер, ботаника, сам себе доктор, кошка, мародерка, сам себе доктор, легковес, устойчивость, спринтер, ничего в руках. Одолженное время, что там, кровные узы, темное чувство и сам себе доктор. И я со своими мегаперками. Короче, скиллуха. Ну они просто тупо наошибались. Зачем они так? Вот мне надо было их еще погонять, и у меня было бы 2 копейки. Эх. Жаль. Зато наед. Просто чувствую, как я сейчас выберу 10 игр, где потом во все из них захочет поиграть. Это же как всегда. Я постараюсь этого избежать. Так, ой-ё. У меня этот фиолетовый наед выпал. Все, продолжаем. Без вариантов. Меняем порчу. А что у меня было? Чудовищный храм. Короче, бестолково. Так. Теперь можно и поустанавливать. Вот, у меня наконец-то травма появилась. Жестокость. Мне нужно в категории повешения. У меня в категории жертвоприношения надо. Вот. Это уже похоже на правду. Это уже интересно. Сейчас как какие-то скилл крутые поприбегают. Что делать? Вешать? Вешать? Ужирать на площадях. Ну вот ты мне принтскрин прислал. Где ворона? Ну, прямо там. Если у тебя над белым. А, у меня белая была. Все, я вижу. У меня были белые, как чайки в предыдущем. Наверное, просто типа не прогрузились текстурки. Ну, скорее всего. Все зелененькие, все такие хорошенькие. По-любому за прошлую катку сказали, что я коза. Потому что я всех убила сразу. Не давала никого поднять, не давала чинить генератор. И вообще, это ж надо такой быть. Правильно? Правильно. Вот это тварь! Теперь вообще всех подставил.
Разбежались все мои. А куда ты опять? Ты делся? Дискорд не может самостоятельно реконнектить. Его нужно скрыть руками после дисконнекта, потом переоткрыть. Угу. Странно. Я просто не представляю себе, как начинать дебагать эту проблему с интернетом. По очереди проверять. Ну, есть специальный приборчик, который замеряет скорость на разных участках кабеля. Может, там где-то кабель подрезали, может, где-то перегрузка идет, которая от тебя не зависит. Возможно, в этот период кто-то еще, который сидит там, грубо говоря, в твоем подъезде, если у тебя многоквартирник, начинает там что-то качать со страшной силой. И у тебя, ну, просто он проваливается, да и все. Если у тебя не выделенка. Может... Ну, кто-то подсел. Ну, мало ли, я просто... Ну, я понял, да. У меня муж просто раньше этим занимался, и они вот просто по кусочкам они проверяют, они, как сказать, прозванивают кабель. То есть мне нужно сидеть там ждать, пока не прыгнет эта штука, чтобы что-то увидеть? Нет, ну, ты, в принципе, можешь обратиться просто к своему поставщику услуг с тем, что, ну, у меня заваливается интернет, какого хрена. Ну вот, просто сказал, ломается и все. Ничего не знаю. Может, роутер надо перепрошить, может, там, не знаю, ну, они должны как бы прозвонить, ну, сначала тебе либо предложить перечень того, что ты должен там пожать у себя на компе и на роутере, чтобы, возможно, если они ленивые, допустим. Ну да, они спросят, пробовал ли я включить его и выключить. Да, ну, такое. В случае, если нет, ну... На крайняк ты можешь просто сказать, что, ну, знаете, вот выключается и все. Ну, а если у тебя там, допустим, не знаю, ответственная работа в этот период, ты не просто там отдыхаешь, кнопки жмешь, а у тебя там, не знаю, от этого зарплата зависит, что теперь? Mm-hmm. Правильно же, правильно. Должны привести в порядок. Пусть разбираются. Если не помогло включить-выключить роутер, нужно вызывать специалиста. Ну, на крайняк ты можешь еще просто самостоятельно взять переобжаться. Ну, мало ли. Потому что если падает, или падает частично, с учетом того, что это не связано с электрикой, у тебя больше нигде там ничего не мигает. Ну, есть шанс, что... Ну вот у тебя примерно в одно и то же время он вырубается. Хотя я не знаю, я же днём не тестил, я же днём не сижу за компом. Ну, может. Может, днём выключается. Может. Ну откуда тебе знать? Ну тебе это доставляет некие неудобства. Ну по-хорошему его просто прозванивают. Есть специальный коробочек, который... проверяет каждую жилку. Они там запускают определенный там какой-то процесс проверочный, они показывают. Проблема в программной части, не в аппаратной. Ну, в любом случае есть смысл просто разобраться, что происходит, да и все. Потому что мы точно знаем, что техника Strauss не работает. Это ж не этот, не советские бобинные, которые постучал, и все стало на место. Ну вот опять пропажа, по всей видимости. Да нет, что нет. Ты ж молчишь тихонечко, тебя не слышно. Угу. Жди, 2016, у них не работает магазин, у них не работает дата нормально. Так, а давай-ка настроим время для начала, чтобы я хотя бы логи получал меняемо. Ну, по идее, ты можешь там, допустим, какой-то... 1 2016,
Может, ты можешь какой-то процесс пустить, который бы тебе показал, как у тебя он, вообще динамику работы? Да, я уже сто раз об этом работаю. Ну вот. Все хитренько. Что-то никак нам ни один человек не залетит, чтобы его немножечко побить. Я уже хочу третий наед. У меня на... А, нет, второй. Но фиолетовый. У меня на выбор наед или безжалостный. Так, и что нам даст? Что ж такое, блин, не находится человечек один. У них здесь даже, короче, есть прямо на... Там, где есть рейнроута, есть, ну, типа, этот инструмент для трассировки, типа... Ну вот. Делать проще простого, а насколько приятно. Ну вот. Но мне это все равно ничего не даст. Есть шансы, что роутер не виноват. В любом случае, я бы обращалась к людям, которые за это отвечают. Ну, так, да. Вообще, это самое логичное, кажется. Потому что у них есть все для того, чтобы узнать, что не так. Ну, да, и, скорее всего, я не первый человек с этой проблемой. Здесь проблемы с техникой, то ты 100% не первый с этой проблемой. Это 100%. Япона мать. Не находится один человек. Представляешь, уже меняется третья команда. Приходят, ну, уходят. Ну, не раньше такой балл был про то, что типа третий человек. Ну, типа, если три человека в лобби, то четвертый не находится. Ну, ее вроде поправили. Может же, типа, потому что, ну, основная часть регает Тимой. В последнее время уже. Верно, может быть. Это ж нужно, чтобы кто-то один зашел. Регай, короче, что ты там сразу, сидишь. Сразу слышно. Так. Не залетают паразиты. Ладно. Пока удалю видосик. Пу-ру-пу-ру-п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 у
Я нетерпеливая, я не могу такое терпеть. Все. 5 минут не находится, иду отсюда. Вообще. Больше. Установка DirectX. Ты тут? Да. Хорошо. Все хорошо. Как-то так и не находится. У меня еще один человек. Уже не знаю, сколько раз сменились ребята. Я тут готовая вся. Зарабатывать на ед. А они мне, вон, видишь, что делают? Не хотят даже играть со мной. Нормальные вообще-то люди. Более любили. Нет. Надо так же, как прошлое. Разложились вокруг подвала. И все. Сдались, так сказать, сразу. Нормально. Какие-то, видать, китайцы, что ли. Херосса. До этого тоже было какое-то чудаковатое имя. Ну да. Я же вам сказал, что мститися не можу. Ну всі люди це братья не зберіг. Розкажіть. Это откуда? Из Лася Подорвянска. Plague Tale и Настолада я же устанавливал эту игру на английском языке. Почему это произошло с ними?
вот яркость. Да. Да ёлки-палки, это настолько печально, хоть иди мороженку кушай, ну. Кушай, кушай мороженку. Так нету. Бить некого. Куда жать, чтобы было весело? Надо было... Знаешь, я, наверное, даже себе эту фразу запишу. Надо себе записывать хорошую фразу, которая будет... Я тебе больше скажу, у меня есть... я тебе уже рассказывала, что есть товарищ, который ходит, просто записывает. У меня блокнот специальный есть. А где этот человек? Как это произошло? Я хочу это знать. Может, ты вирусню какую-то схватил? Да нет. Да нет, нереально. Да не бред какой-то. Такого не бывает? Такого не со мной. Не с тобой? А чем ты защищаешься? Ну вот, видишь, как все складывается. Как там, куда жать, чтобы было весело? Да. Так, окей. Кет локализированная интерфейса, да иди показать. Тебе, в общем и целом, эта фразочка во многом поможет. С учетом того, что тебе нужно писать код или фиксить код. Это очень подойдет. В любом непонятном случае нужно заявлять, куда жать, чтобы было весело. Так, hot preset normal или immersive. Most indicators disabled, select this game mode will require more attention. Окей. Я прошел Metro Exodus на уровне сложности. Боженька. Кошмар. В смысле, не имеется в виду, что я даже раз умер, а что я не закончил проходить. Это же такая странненькая. А мне не интересно играть в игру не на хардмоде. Ну вот, я наверное, кроме этого. Ну и то я, по-моему, там дальше уже докручивала. Как же его? Индиго, по-моему. Или... Короче, эта игра с самым чудным управлением, которое мне когда-либо попадалось. Сейчас. Или не так. Нет, значит, не Индиго. Так. По дискам погнали. Почесать собачку. Это хорошо. Так, что-то звуки поменялись. Сессия закрыта. Лобби было закрыто из-за ошибки. Пожалуйста, создайте новое. Вот, скоты. А что там еще эти новые перки не выдали? Нет. Осталось 3 часа, да.
улице бегаешь. Прямо задача, как же называлась игра? Inside. Это вопрос? Ну, да. На что она похожа? Значит, там был мужик и два детектива. Менялись постоянно, они менялись, то есть можно выбрать там, за кого ты играешь, за одного, за другого. Каждый твой шаг приводит к изменению концовки, но это на тот момент, типа, наверное, одна из первых достаточно известных игр была, которая, ну там она какого-то волосатого, там 1990-го или там, ну, может, 98-го года, старая. Но у нее чудное управление. То есть там нужно было, допустим, не как мы всегда ходим вперед-назад, вправо-влево, а что-то там какие-то вообще другие кнопки. Его таращило со страшной силой. То есть он проснулся и там, я не знаю, как бы квартира немножко странность себя иногда с ним вела. Там к нему приходили детективы, он впадал в панику, ну то есть у него настроение понижалось. И там вот можно было там, допустим, выпить чай, у него улучшится настроение, соответственно, он там немножко по-другому будет себя вести, там, ну вот как-то так. Звучит неплохо. Вот потом там ему надо было все что-то там найти. Его бросила его подружка, и она вернулась там тоже к нему за вещами. А его в этот момент начало плющить. Он типа, давай ты в следующий раз придешь. Там, ну, там опять ему что-то плохо стало. Надо поиграть на гитаре. Гитара его успокоила, там, к примеру. Ну, то есть, вот. И там как-то нужно было так управление двумя руками. То есть, грубо говоря, допустим, АВДС и эти стрелочки. Допустим, для того, чтобы играть на гитаре, вот тебе показываются две руки. Ну, вот эти вот четыре кнопочки, там, допустим, надо вместе. А и влево, к примеру, или А и вправо. С и вниз. Ну, то есть, тебе нужно успевать делать. Ну, то есть, ну, действительно нужно было научиться сначала управлять. Потом он там в какой-то период там в прошлое проваливался. Тоже как-то его там... Но оно все сливается в один сюжет в результате. Ну, до этого непонятно вообще, что происходит. А с другой стороны, ты играешь за детективов, которые пытаются найти убийц. А, произошло убийство в забегаловке. Ёлки-метёлки. Подожди, убийство в забегаловке? Угу. Сейчас. Погоди, убийство, это там, где этот чувак убил? Неизвестно. Да, куча ножевых. И там одним из ударов была перебита сердце. Угу. Игра называется «Хранение». Да, точно. Я забыла. Я помню, что там но про ребенка. Ну, я помню, что она старенькая, еще квадратненькая.
Ну. Начала рассказывать про то, что типа про убийство в забегаловке, я такой, нет, типа. Вот оно, да-да-да. Ну, Фаренгейт. Я забыла. Я помню, что там про ребенка Индиго. Помнишь про вот эту девочку? Да, ну там в конце, вот мне вначале нравилась она, а потом там уже какой-то этот лютый заплет пошел, непонятно, вот, типа игра приняла наконец-то. Вот и как бы там странно. Ничего себе, я девочку потеряла. Блин, я просто забыл, я знаешь, что она мне смешалась с Хэви Рейном. Я почему-то. Да, они похожи. Ну потому что Heavy Rain, блин, меня засветили вообще со страшной силой. Так, все. ГГ тебе, девочка с фонарем. Сейчас какая-то любит, судя по звукам. Вот коза. Она меня обманула. Все. Блин. Да, черный чувак и девушка. Кто тебя теперь будет светить, паразитка? Засветила она меня, видите ли, понимаешь? Блин, это становится крепотно. Все. Ну, смотря что с ней произошло, с собакой. Смотря насколько голодны крысы. Ладно. Чего уж там. Его... Да... Это руки, походу, а не крысы. Это где ты такое нашел вообще? Двенадцать. Я как раз закончил какой-то kind of, похоже, это было обучение. Обучение, в конце которого, короче, собрал все равно неприятно. Неприятно. Просто я ничего не мог сделать. Так. Так. Тут же чекпоинты, да, тут чекпоинты. Как и положено, хорошо. Я выживаю. Я нашла девочку. Девочка вешается на тот же крюк, на котором померла другая девочка. Палки. Ошибочка вышла. Ну что ж. Ну что, дорогая передача. Туда же. Да, давай. Очень уж веселит, как он пытается вылезти. Тут у меня и Клодетта, которая думала, что хитрее всех. И Дуайт, который думал, что он еще умнее.
Это сильно. Так. Ага, все поняла. Что происходит? Какой кошмар? Да. Сурвики, конечно, прекрасны. Девочка, походу, в соло зачинила все генераторы. Почти все, по крайней мере, ладно. Ну и вероятность того, что я тут люк обнаружу, не особо там. Ой. Но все равно. 3-0, дело хорошее. Да блин, а на Е-то где? Блин, а как включается на Е? Ты знаешь, как включается на Е? Ну, когда последний генератор заводится. А. Блин, так она сейчас люк найдет с такими. Такими темпами. Беда, бедуя. Да, вот коза волосатая. Нашла люк. Жаль. По идее, ну, это включается, когда, типа, либо люк закрываешь, либо... Ну, да, что последнее. А когда открыты ворота? Все, я поняла. Блин, я троих убила, капли не дали. Ну, что это такое? Почему? Не знаю, все генераторы завели. Один остался. Хз. Ну, один. С помощью моря? Ну, нету. Тогда вообще хз. Прям совсем. Ну, типа, если убить всех четверых с помощью моря, то у тебя тоже будет блокпип, скорее всего. Но ты же этого не делала. Ну, непонятно. Ну, а за что? Ну, если я играла, типа, лучше них и убила всех при помощи моря, ну в чем проблема-то? Ну, собственно, с сурвом всегда интереснее играть, чем киллером. Ну, а должно быть как бы плюс-минус. Ну, в смысле, они же должны делать так, чтобы у них в 4 раза больше игроков играло за сурвайверов, чем за киллеров. Они стараются. Ну, тогда, может, нужно выпускать фейковых сурвов на поле. Как доктор, который появляется из ниоткуда. Нужно было, конечно, бота попробовать сделать для этого, но я не думаю, что у них мозгов хватит. Не знаю, это же очевидно. Что допустим, очевидно? Был бы перк какой-то, знаешь, как у мага, когда он троится. Ну, да. Получаешь там второй, ну там третий хит после, ну как у этого, у Эда, допустим. Или Эш, да? Когда он, если он отхилился там энное количество раз, ну типа, что он выживаемый, соответственно. Вот, грубо говоря, троится сурф и разбегается в разные стороны. Вопрос в том, как его научить оббегать препятствия. Ну, в принципе, оббежит, да и все. Поэтому правильно прописать, да и нормально будет. Но даже если пусть он будет двоиться, все равно это 50 на 50. Правильно же? Ну, там пусть там 10 или 15 секунд сурф бежит там в неизвестном направлении. Если у нас есть киллеры, которые
там, человекообразные, почему сурвы не могут быть мифическими. Да, в смысле, тут же вопрос не в этом, а не, ну, не в лоре, а в том, что, ну, будет довольно легко, мне кажется, отличить. Нужно будет либо чтобы сервайвер фейковал и косил под бота, либо чтобы бот был похож на сервайвера очень сильно. Нет, ну смотри, если ты в погоне, ты гонишься, ты нагоняешь, ты даешь хита, и он просто разбегается в разные стороны. Он же не подписан. Понятное дело, что он все время мансить не будет. Ну там 5-10 секунд. Ну да, 5-10 секунд, все, ты просто убежал в другую сторону. Это 5. Ну, либо он выбрал тебя и все равно дал тебе пощаду. Ну, 50 на 50. Никто ж не отменял. Ну, того, что ты, ну как бы... Можно еще сделать так, чтобы он, допустим, когда получает хит, чтобы бот тоже начинал там гилять влево-вправо или что-то такое. Ну вот, как бы да. Ну а некоторые ж в принципе как боты бегают, просто бегут прямо. Но это снова-таки вопрос скилла, вот там того же доктора отличить настоящего от ненастоящего. Вот человек, который только начинает играть, он будет в панике убегать от доктора, который просто заспавнился. Пока все равно человек не выучит, как это, как бы, как это работает в принципе, вот если пугливый, до тех пор, пока ты не выучишь антураж игры и не будешь на него реагировать, он тебя будет задевать. Вот я все равно там на каких-то погонях все равно там слышу, что ага, поднапряглась, там распереживалась, что там догоняют, там, допустим. Ну, слышно, как бы. А некоторые, может, сидят на попе ровно, ну, как бы, и все, потому что они уже привыкли. Ну, вот я так в Doom играла, допустим. Мне сначала было супер страшно, когда ты с фонарем против этой зверины выходишь. Темное, потом не пойми откуда, и все. А потом я уже выучила игру, ну, собственно, то, о чем я говорила про Майерса, когда начинаешь разбирать игру на компоненты, потому что начинается музыка меняться. Ну, типа, нагнетающая обстановка. Значит, сейчас будет выпрыгивать. 100%. Значит, ты подошел к какой-то точке, когда начинают включаться спецэффекты, грубо говоря. Вот и все. Сработало условие «если». Ладно, предлагаю топать спать. Я просто хочу выйти. Там не музыка слышно, слышно шепот. Слышно шепот. Да. Просто мне когда там, я когда-то играл с одним чуваком, и он мне говорил про то, что когда он тебя сталкивает, слышно музыку. Но потом мы выяснили, что, короче, типа, он слышал эту музыку, и это просто типа тем, как проигрывается, когда он переходит с одного уровня на другой. Я тогда типа забыл про этот момент. Ну, может, то просто надо последить. Ты знал, что он быстрее других киллеров перелазит через, ну, через окно? Причем намного быстрее. Может, ну, потому что он высокий, перешагнул и все. Но все равно это имеет вес. Причем большой. Чего уж тут учитывая то, что разница скорости 115 против 110% это 0,2 метра в секунду, то типа это много. Ну вот. Shapes breathing. Так. Если это мой друг не был наркоманом, как выяснилось, что раньше, у него, когда он сталкивает кого-то и приближается к переходу с тира на тир,
Survivor'у проигрывается, ну, какая-то такая мелодия. Типа Ири Audio Kill. Андрей, ты где наркоман? Я бы сейчас, пожалуй, даже напишу про это. Так, хорошо. А, ну что по поводу... Я так понял, что слышно его дыхание из обрывков того, что здесь написано. Ну, это, по идее, должно так с любым киллером работать. Просто, типа, в случае любого другого киллера ты слышишь музыку очень громко, и, ну, когда он рядом, и, соответственно, ты не можешь слышать дыхание, а вот в его случае, видимо, из-за его низкого террорадиуса можно слышать только помнишь. Да нет, там такое впечатление, что вот эти вот... Я когда за Мана играла, ну, собственно, за Майерса, у него, когда он слышит эти типа загробные звуки, которые его манят к жертве, там у него серия каких-то похожих на слова звуков. Вот что-то похожее. Оно не похоже на дыхание. Можно, по идее, потом как-нибудь просто протестировать, взять, а я не знаю, у меня он, если он не куплен, то его, наверное, не будет же, правильно? Что логично. Ну да, но у меня он есть в любом случае. Ну а как ты услышишь? А, он только в записи. Хотя, с другой стороны, по идее, он, если у нас записана та катка, в которой я тогда услышала, то мы должны это тоже услышать. А ну-ка, Stalking Music. Майкл, Stalking Music. Нам не Music, нам надо Sound. Потом как-нибудь это давай без 10 час спокойной ночи. Доброй ночи, пока-пока.